Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буквы Н приносят в характер отрицание и сомнение. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Обладатели этого имени нелегко связать с супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Встречающиеся на пути препятствия для этого имени лишь подстегивают их деятельную натуру. Они не умеют вовремя остановиться и отдохнуть. Обладатели этого имени переполняют воодушевление и жажда деятельности. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Они всегда стремятся действовать. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.